Здравствуйте, друзья! С вами снова я, профессор Снимкин. Начну сегодняшнюю встречу сразу с загадки. Луковка под снегом лежала. Снег сошел, цветок расцвел. Догадались? Конечно же, это подснежник! Я не просто так загадал вам эту загадку. Ведь сегодня, 19 апреля, день подснежника в России. В международных научных кругах первоцвет называют галантус. В разных странах растению присвоили свои названия. В Испании – белая снежинка. В Англии – снежная капля. В Германии – снежный колокольчик. А в России – подснежник. Ведь это цветок удивительной силы, вроде бы нежный, а в первые весенние деньки он мощно пробивается из-под снега. В сказке Самуила Маршака «12 месяцев» принцесса мечтала заполучить подснежники зимой. В апреле из-под снега выглядывают первые подснежники. Неужели? Я хочу, чтобы уже был апрель. Я очень люблю подснежники. Но это невозможно, Ваше Величество. Опять? Ваше Величество, это не я, это закон природы. Я издам новый закон природы. Но у природы свои законы. А сейчас я хочу вас удивить. В нашем крае настоящие подснежники не растут. Мы называем подснежником другой первоцвет. Прострел желтеющий. Согласитесь со мной, подснежники не могут не радовать своей красотой и ароматом. Однако специалисты по охране природы бьют тревогу. Прострел желтеющий относится к растениям редкого вида и занесен в Красную книгу Тюменской области. К сожалению, первые весенние цветы срывают люди. Дорогие мои друзья, давайте будем просто любоваться этим хрупким лесным чудом, делать замечательные снимки, писать стихи и рисовать. Ведь к красоте можно прикоснуться только сердцем. Если вас затронула сегодняшняя тема, напишите в комментариях свое обращение к тем, кто приносит домой целые букеты. Они наверняка не задумывались о том, что на этом месте будущей весной не появится из-под снега это солнышко. Друзья, прощаюсь с вами до новой встречи на нашей детской экостраничке. Ваш профессор Снимкин.